И на модном показе в Париже представили первую одежду умной одежды от кутюр, созданную вместе с французско-американским модельером Кларой Дагин. Она давно экспериментирует с использованием света в своих нарядах. На этот раз в одежду вплетены еще и сенсорные нити. Одним прикосновением это позволяет менять фактически внешний вид одежды – цвет, свет и рисунок. И вот это уже технология, разработанная в рамках проекта Jacquard в экспериментальном подразделении Google ATAP. Google раньше экспериментировала с повседневной одеждой. Например, вместе с Levi's компания выпустила куртку с сенсорным рукавом.